Супер. Там река вот эта же. Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня у нас с вами экскурсия в Роза Хутор. Мы остановились в знаменитом скай-парке. Хачапури, пицца. Можно отдохнуть. Подойдем к речке. Посмотрим. Речка Бзыкта. Ставь лайк. Досматривай до конца. Сама я впервые в Сочи. Показываю все как турист. Обалдессимо просто. Ребят, плюс 4. Стоит приезжать. Мы продолжаем. Да, голубая. Супер. Горлочки. Зона, сувениры. Собачка отдыхает. Как классно. Тут какой-то ресторанчик, похоже, летом. Такие виды. Экскурсия в Роза Хутор. Что, всех отметила, записала? Так, сейчас мы с вами медвежьи могули. Углу. Нарзанный источник. Здесь водопад. Туалет бесплатный. Вода очень полезная. Срок хранения маленький, 5 дней. Впереди у нас с вами крупная экскурсия. Купаемся в термальном источнике. Сейчас попьем водички. Пробую водичку на фоне водопада. Вообще супер.
будем загадать желание. Зима в Сочи, время классных экскурсий. Неутомительных. На экскурсию 2900 мне вышло. Сейчас посмотрим инфраструктуру. Природа просто изумительна. Посмотрите, замшиты. Какая красота. Вокруг горы. Слезянная. Вот. Чижепсе. Остановились в Красной Поляне. Сейчас мы закажем обед. Такая красота вокруг. Находимся горную форель, попробуем местную. Проходим на дегустацию меда. Все выглядит. Цены, конечно, тут конские. Это экскурсия. Все, я пойду готовлюсь. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Следующий медочек — это наш самый высокогорный мед черничный. Его собирают с кавказской черники, она растет очень высоко в горах. Черничный мед богат витамином С, полезен для зрения, у кого проблемы с глазками и работа с компьютером. Помимо этого, черника еще благотворно влияет на кору головного мозга и сосуды. Она улучшает память, внимательность, укрепляет стенки сосудов и, кстати, является неплохой профилактикой инсульта. Далее мед, который является редкостью даже для нас, это эвкалиптовый мед. Его откачивают всего лишь один раз в 4 года, потому что эвкалипт цветет очень редко. Применяют этот мед при лечении бронхолегочных заболеваний. Кашель, бронхит, хронический бронхит, бронхиальная астма и так далее. Он хорошо выводит мокроту и полезен даже для курильщиков. Он способствует выведению вредных веществ из организма и бронхов курящего человека. Ну и наша визитная карточка, ребят, это само собой каштан. Каштановый мед темный, терпкий, он немного горчит на вкус. Его используют при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, и он является неплохим желчегонным средством. А еще каштан содержит калий, магний и кальций. Калий и магний для сердечка полезны, ну а кальций укрепляет твердые ткани организма, наш опорно-двигательный аппарат. Кстати, вот горчинка каштана, она как раз и зависит от содержания кальция. Чем больше чувствуется горечь каштанового меда, это означает, что там большое содержание кальция. Ну, конечно же, продукция пчеловодства, она не ограничивает. Так, резюмирую по... Получается, по Красной Поляне. Мы сейчас остановочку была, дегустировали мед. Ну, покупать или не покупать — ваше дело. Эвкалиптовый мне понравился, но у нас еще впереди экскурсия в Абхазию. Красиво очень. Горы. Здесь еще тепло. Сейчас будем подниматься выше. Обед вкусный. Чай и блюдо вышло мне 790 рублей. Форель дороговато, 250 рублей 100 грамм. Туалет есть, мужской, женский. Умывашки, подмывашки, везде все есть. Кормят вкусно.
Ну, а мед дегустировать, покупать, не покупать, это уже ваше дело. Сейчас мы поймемся в Лазахутр, поднимемся наверх, бассейны, дальше увидимся там. Вот мы, собственно, мы дошли. Это красота вокруг. Там бассейн, саншайн. Громко говорю, быстро включаю. Такая красота вокруг. Для любителей гор, бассейнов. На свежем воздухе. Так, собственно, это выглядит этот бассейн. Ставь лайк, подписывайся на канал, если понравилось видео. И еще чуть-чуть гор. Вообще супер просто. На фоне гор. Купание. Вообще блеск просто. Супер. Вот третья экскурсия у нас была в Красную Поляну. Просто супер. Однозначно стоит посетить. Рекомендую.